Зацените, ребят. Как узнать, что твой дядя, сенсей, самурай слегка ебанутый? Короче, миссия такая, что нужно проникнуть в деревню и убить монголов, которые, собственно говоря, хотят казнить деревенских японцев. Я врываюсь, как я люблю. Просто в кровавую баню, как говорится. Рублю всех, отстреливаю из лука, ну вы понимаете. Просто кровь кишки распидорасила, как говорится. Все как мы любим. Ну вот, вы видите, собственно говоря, на видео. И что же в конце говорит наш любимый дядюшка? Сакай, то, как ты дерешься, это не путь твоего дяди и не мой путь. По твоим не приходилось сражаться с таким врагом, но я делаю то, что должен, чтобы победить их. А самурай — это защитник, а не тот, кто крадется, как вор.